поселке Усть-Кинельске начинает работу юбилейная 20-я Поволжская агропромышленная выставка. В программе работы экспозиций, пленарных заседаний и конференций, семинаров и конкурсов сотни сельхозпредприятий презентуют свои достижения в животноводстве, растениеводстве, садоводстве, сельхозоборудовании, технике, ветеринарии. Муниципальные районы представят себя на сельской улице. В рамках выставки состоятся форум сельской молодежи «Стандарт для села» и региональная стратегическая сессия по проекту «Новая жизнь села».